Добрый день, компания OEMZAP. Сегодня к нам приехал очередной автомобиль Hyundai Grand Starex. Это автомобиль 2008 года. Здесь, в принципе, сложных особо процедур никаких нету. Здесь будет обычное ТО, то есть замена масла, масляного фильтра, топливный фильтр еще ему поменяем и замена передних стоек стабилизатора, плюс замена поддона. Поддон у клиента сгнил, и поэтому приходится менять на новый. В принципе, приступим. Может, и мазали, но я же говорю, если мажется каким-нибудь литолом или еще чем-нибудь, вот такая херня происходит, она тупо сгорает.
Ну что, мы закончили техобслуживание данного автомобиля. Напомню, мы что сделали. Мы произвели замену масла в двигателе, поменяли топливный фильтр и поменяли поддонную АКПП. Также мы еще поменяли стойки стабилизатора, и в процессе замены мы еще обнаружили, что происходит неравномерный износ тормозных колодок, после чего клиент, по согласованию с клиента, приняли решение заменить колодки и произвести профилактику направляющих суппортов. В принципе, ремонт окончен данного автомобиля. Думаю, клиент будет доволен. Если вам также все понравилось, ставьте нам лайки на нашем канале OEMZAP. И пишите комментарии, вдруг что-то не так, или если есть какие-то вопросы, мы обязательно на них ответим.